перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Яркий свет. Помахать. Эй, Веста, здорово. Здорово, ебать. Ебать, сотрудники НЛ еще смотрят. Обожаю. Блять, всем махать буду сейчас, вообще похуй. Безбашенно, блять, буду махать всем. Помахал. 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 Я уже хуй знает, сколько раз я помахал. Помахаю столько, сколько нужно будет, блять. Салам алейкум. Помахал опять. Ёбаный рот. Привет, привет. Да пойдет, жив-здоров, на свободе. Все окей. НЛ — это самый чистый кайф. Нет, тут Пелегрина нету. Пелегрин завтра будет. Пока не подвезли. Блять, селедочка, братан. Люблю селедочку. Но только, ну типа, ну иногда, короче. Здорово, ебать. Но я пью немножко коньяк. Совсем чуть-чуть. А вот и Пелегрин, смотрите, реально я не заметил, как он зашел. Как он так сделал? Не знаю, Гриш, сидим. А мы так-то рядом с тобой вообще. Мы на Белореченской. Миша пишет трек, а я коньяк пью и курю сигарет. Здорово, ебать. О, ребят, машу как проклятые просто. Не, не с Димой. Дима, блядь, работает. Работает миллион смен подряд. Короче, он сейчас занят будет. А вы чё, где? Что делаете вообще? В центрах? Погода заебись, конечно. Сигареты зло, не спорю, ни капельки. Привет. Блять, всем машу, как ебанутый. Здорово, Толян. Даже Толяну буду махать. И чё вы там в центрах ваших, блять? Что вы там делаете? И все замолчали. Чё, мы в молчанку будем играть, блядь? Да, блядь, я чё, я махать только должен, что ли? Алло, давайте разговаривать. Здорово всем. Всем привет. Ой, как я много машу, ёбаный в рот, у меня рука устала уже махать. Это пиздец какой-то. Знаете что? Надо еще немножко коньячка набить. Йоу. Хули ты в качалку перестал ходить? Я там ни разу не был в жизни. Когда трек, смотря какой. Смотря про какой ты трек говоришь. Лойсы, лойсы, обожаю. Будешь судить финал Рэббла? Если буду в Питере в это время, то почему нет? Ну, если как бы позовут, то почему нет? Так он когда будет-то еще, ебаный в рот? ПМ тоже заебывался махать. Так ПМ, блять, энергии тратит в два раза больше, наверное, чем я на то, чтобы помахать просто. Вы прикиньте, как вы его изматываете. Это кола, я пью кока-колу. Здорово, Исла. Это кока-кола.
Кока-кола с синим льдом. Бля, я чувствую, я сейчас сяду на диван, короче, чтобы зарядку использовать. А мне нужно будет ее использовать. Блять, как все трудно, ебаный в рот. Да, Исла тоже в здании. Блять, я на что-то наступил, ребят. На что-то твердое. Еще машу. Блять. А вот и зарядка. А, это зарядка от андроида, представляете? Кому отдашь предпочтение по ходу сезона Rebel? Да понятно, что, блять, там два человека есть, которым можно отдать предпочтение смело. Надо смотреть батлы, вы знаете, как это бывает. Всякое случается в жизни. Так. Слушай, дай провод выхвачу у тебя, короче, за это. Вот, ребят, благодаря тому, что я махал, у меня накачалась рука, и я с легкостью вытащил провод сейчас. Блять, сейчас. А тебе налить, может, нет? Я справлюсь. Ну, ты справишься, может, и я тоже справлюсь. А мы там. Ну, сейчас я. Че там, привет, молодежь? Да. Где Миша Стех? Миша Стех сидит и у компьютера нажимает кнопки свои рэперские. Уважаешь голубей. Бля, частично, да. Ну. Ну, я типа даже не все смотрел у них, если честно. Я что-то проебываю сейчас в плане просмотра батлов, короче. Очень много батлов не смотрел. Я не смотрел Микси с челиком с Донецка, не помню. А, забыл, короче. Да хуя кого не смотрел. ПМа уважаю. Если вопрос об этом, то ПМа я уважаю. Слушал альбом Блейбоя Карти. Я даже не знаю, кто это. Респект из нищего чата, нищий чат, респект. Гасим компуктер, так он не у меня. Лучше не смотреть. Что там хуево так все? Я помню, вживую было норм, типа. Я, может, бухой же был вживую, но было окей. Что было ок из ЗБ? Да ничего не было. Шматко прав, Шматко, конечно, вы че, алё. Так я вот именно что вживую видел, но я не помню его, я уже пьяненький был. И я уже встал далеко куда-то. Респект из чата ЕКБ, респект. Я уже был весьма поддат к тому моменту. И уже стоял очень далеко. И я помню только шутки про расизм. И помню шутки про татар еще, или про казахов, блядь. Ну, короче, сложно. Помахал. Вот кот, давай без хуйни с проводами и зубами. Я бы попросил. Еще помахал. Кто тебя в силах перепить в рэп-тусовке? Я ставлю на Ники Элла. Я думаю, что Ники может меня перепить в принципе. Но я с ним ни разу не бухал еще. Мы такие... Да, там котик бегает. Мы такие с ним как-то порешали, что побухать надо. Но что-то мы пересеклись и в итоге не побухали. Не знаю, как так вышло. Когда у меня с Парагрином комплиментарка была. Да я против кого угодно выскочу, мне вообще похуй. Даже против Брола, блядь, если будет надо. Да котик съебался куда-то. Как зовут кота, Миш? Я забыл. Миша. Миш, как зовут кота? Маркиз. Маркиз, блядь. Сейчас покажу. Маркиз. Бля, он даже откликается. Маркиз. Не, он откликается только один раз, походу. Одноразовый кот. Соломуля, дядька, как настроение? Да, знаешь. Такое, короче, нормально. Там-сям, но. Такой любимый вискарь. Бля, Чивос, наверное. Чивос. Но я не пробовал. Да, не, я пробовал, конечно, много раз, но я не могу себе позволить такое каждый день пить, к сожалению. У Маркиза взгляд, как у меня. Не знаю. Маркиз, ну-ка посмотри, бля, в телефон, пожалуйста. Маркиз. Джимбо, скажи им. Мне кажется... Есть разница, я думаю. Помахал. Так, ребят, нужно еще кока-колу налить мне, да? Потому что без кока-колы какие трансляции? Так. Сейчас. Какие пальмы тут. За окном такой, блядь, Готэм, пиздец, ребят.
Да, не особо весело. А чё веселиться-то? Блять, смотрите на этот пиздец. Там, наверное, людей убивают по ночам пачками просто. И детьми торгуют. Не весело у меня здесь. Но я тут никого не держу, знаете ли. Так. Нет никакой инфы, когда у тебя будет мейн на РБЛ. Я думаю, что он будет в июле примерно. Бля, почему, будучи одним из самых главных бухарей в Battle Tussie, тебя не позвали в Бухлишко Патруль? Я даже не знаю, что такое есть. Впервые слышу. Что такое Бухлишко? Это Хованский опять какую-то хуйню мутит? Не наебни колу, Миш? Осторожно. Я качаю толпу. Не уходи, пожалуйста. Ты же знаешь, что я без тебя никто. О, блядь, сел, ребят, как хорошо. Бутылочка коньяка или три косяка? Да три косяка, наверное. Шоу Кузьмы и Юлика. Ну, блядь, я не смотрел, честно. Мне не очень нравится почему-то их смотреть. Хотя я знаю, что они пиздец талантливые чуваки. Ну, а Кузьма очень талантливый. Юлик хуй знает. У него смешные обзоры на хайп-кэмп были, я пиздец смеялся. А больше мне у него ничего не нравится. Зачем нужно Бухлишко Патруль? Кто, блядь, не... Ну, типа, для кого это снимает? Я вот без них как-то справляюсь. Со скольки лет пьешь? Короче, я в 13 лет встал на учет... в детскую комнату милиции за распитие в общественных местах, типа, короче. 40 лет назад начал пить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, блядь. Такой старый. Да, 40 лет назад примерно. 13 мне было как раз. И я тогда первый раз попробовал алкоголь, наверное. Благодаря им минту проебал. Не знаю. Я говорю, в 13 лет я впервые попробовал сигареты, алкоголь и всякие гадости. Для чела в завязке снимать Бухлишко Патруль, мне кажется, это издевательство. Не в 12, а в 13. В 13 я попробовал. Я не такой уж алкоголик, ребят, как может казаться, знаете. А, ты в 12 попробовала. По тебе не скажешь. Ебать ты со стажем. Но я же не пил каждый день, блядь, с 13 лет. Вы чё? Я попробовал, меня поставили в детскую комнату, типа, с мусорами там я разговаривал. Я потом долго не пил вообще, потому что это не очень приятная процедура. Да, Димао, привет. Ты чё, работаешь там, блядь, или чё? Цыгане хуй знает, может, у них какие-то выделяются вещества особые из тела. Они же колдуны, блядь, за магию своя цена. Чё шум долбит? Ничего, вот, блядь, мне кажется, шум ничего не долбит. Но я не видел, чтоб шум что-то долбил вообще когда-либо. Он даже от пива отказался. Да, он даже, бля, он не пьет вообще. Ну, не, пизжу, один раз, конечно, один раз он выпил со мной. Рома с колой, там мы попили, посидели. Но это было один раз, блядь, на моей памяти за хуй знает сколько лет. Есть желание завязать с алкоголем? Блядь, прям завязать нету, как бы. Да у меня нет проблем с этим, я типа не так часто пью. Блядь, где меня в ЕКБ можно встретить? Да хуй знает, я часто в центре бываю. В центре можно встретить где-нибудь. Кого шум долбит? Ну, это шум личное дело. Я считаю, что шум пусть кого хочет, того и долбит. Я не лезу в это. Тебе цыганка батл когда-нибудь предсказывала? Меня цыганка один раз пиздила полтос, короче. Она показала мне фокус, у нее в руке исчез полтинник. И, типа, она мне предсказала, что я буду жить до 73 лет. И у меня все сбудется, что я, типа, буду хотеть. Вот. Пока что-то не работает. Маркиз. Маркиз занят самоудовлетворением, а самоудовлетворение, как известно, залог душевного покоя. Посмотрите, что он творит. Застеснялся.
Маркиз, нормально все. Это все свои. Вы видели, что он сделал сейчас с лапы? Нет, я хочу чего-нибудь другого. Ребят, только камеру убрал, Маркиз опять за свое, представляете? Ну-ка. Лучшая площадка России, хуй знает. Смотря в каком смысле, что ты имеешь в виду, что для тебя важно. Кто-то Фиделио может считать лучшей площадкой. Ну вот опять я включаю камеру, Маркиз, ну он типа все понимает, что я могу его шантажировать потом и все такое. Хули тогда все пиздят на батлах, что ты бухарик, пиздят походу. Кот крутой. Да блять, потому что вот когда я перед батлами за день, допустим, с кем-то вижусь, после батлов с кем-то вижусь, я пью, конечно, потому что, ну, это, типа, ну, ёпта, повод. А так я не пью даже на будних днях, типа, я не занимаюсь этим дерьмом. Сектор, какой твой любимый цвет? Ну, он у тебя на волосах. Ну, типа, какого цвета вот у тебя волосы? С недавних пор. Да, конечно, смотрю, блядь. Да. Помахал. Я сейчас так телефон нагрелся, короче. Это пиздец. Саня, не знаю, это надо... Говорят, что Саня крутой в последнее время. Что я слышал про Саню, что он крутой. Так. Давайте еще Маркиза посмотрим. Блять, конечно, раньше было яйцо. По-моему, очевидно. Аривидерчи. Очевидно, что раньше было яйцо. Потому что откуда курице взяться, если не из яйца? Ой, вот это сложный вопрос. Сложный очень, я не знаю. Не, нет плойки, кстати. Мне как-то и не хочется, неинтересно. Я играл только в доту в последнее время. И больше мне ни в чё не хочется играть. Ну и в доту больше не хочется играть. Я не знаю, почему нету Антоши за Б. Решил не заходить. Откуда появилось... Так, откуда яйцо появилось без курицы? Курица, блядь, снесла, конечно. Что за глупые вопросы, камон. Не знаю, ребят, по-моему, у вас как-то, ну реально, все вот на ладони. Еще надо покурить. Так, нахуй. Блядь, что же так серо и страшно на улице-то, ебаный в рот. Да, яйцо появилось раньше. Я не понимаю суть вопроса, яйцо появилось раньше, очевидно, да? Как относится к Папичу? Он очень смешной. Мне очень... Я даже пересматривал некоторые летсплеи, даже по играм, в которые никогда не играл. Я люблю смятку яички. Сука, это ужасно прозвучало сейчас, по-моему. Яички. Бля, сколько. Всем привет, привет. Кого ты смотришь на ютубе? Лидина смотрю, Михаила, потом, блядь, Трэш Смэш, Шерифова, блядь, кто еще? Нормально тебе, Миш? Все хорошо у тебя? Бля, ребят, он только что начал себя адекватно вести, как только я на него камеру перевел. И, блядь, еще какого-то чувака, у которого, блядь, как же называется, сука, канал-то, блядь. Забыл, короче, не вспомню сейчас. Я дохуя кого смотрю. Я из тех людей, которые типа садятся за комп и могут закончить это сидение за компом видосом про какую-нибудь хуйню дикую вообще. Че там где-то на роте? Блять, понятно, что Руслан Гительман лучший. Он просто ест, и это интересно смотреть уже. Да, на Мстителей ходил, ребят. Такое себе, среднее. Ну, что-то мне не впечатлило, хуй знает. Что-то мне. Про тебя кто спрашивал, никто не спрашивал.
Почему про меня не спрашивают? Это Миша. Почему вы про него не спрашиваете? Ребят. Снимаешь? Да. Не снимай. Хорошо. Как скажешь. Мне кажется, что люди через мою трансляцию заходят в Инстаграм и выходят сразу. Типа, я им только помахал, и они сразу выходят. Но я все равно помашу. Я там бенгер написал. Хорошо, Миш? Это очень хорошо. В стране не хватает бенгеров, блядь. Нет, я не хочу стать новым Русланом Гительманом. Уже есть Руслан Гительман один, и его вполне достаточно. Как у Миши дела, спрашивают? А, меня спрашивают? Ну, блядь, кто Миша-то, я или ты? Не спрашивай. Давай уже разберемся. Пусть не спрашивают. Какие у тебя политические взгляды? Блять. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Война бесконечности не очень получилось, смотрел, но похуй. Да, Трушка, то же самое. Да, блядь, еще все заспойлерили, короче, кто сдохнет, блядь, что Танос всех в жопу выебет, так и случилось. Но он достойно всех в жопу выебал, как бы, врать не буду. Мы не дождались сцены после титров и ушли. Она была, что ли? Оказывается, да. Да что там после титров смотреть? Танос всех выебал и все. Знаешь, что-то еще будет. Фистинг перчаточкой. До садоводства. Привет. До садоводства? Не перчатка. А, все, помотал. Бля, очень телефон горит, ребят. Сейчас он мне руку сожжет, мне кажется, хуям. Это нагревается? Да. Так, твое упоминание на батле Геннадия Горина, это респект или дисреспект? Конечно, респект. Ну, в смысле, я же сказал, что он выебал бы даже Геннадия Горина. То есть, я бы не выебал Геннадия Горина, серьезно. Ну, блядь, у Димао так работают почки хорошо, что тебе делать? Типа, я бы его не выебал, но респект ему, вот. Писюнчик Горина никогда не видел, но уверен, что впечатляющее зрелище. Где я должен был увидеть писюнчик Горина? Он его показывал где-то, что ли? Не понимаю вас, ребят. То про яйца с курицей вопрос, то, блядь. Кто такой Геннадий? Геннадий Горин — это чел, который на Ютубе бомбил и жестко очень триггерил из-за того, что его соседи двигают табуретками, блядь. А давай. Хорошо. Хорошо. А ты там все доделал уже? Да. Прям все-все. Все, проект закрывается. Ну, понятно, что все Геннадию интересно. Вовремя, да. А, видос есть, где он наяривает? Не, я не смотрел. Я не такой большой поклонник Геннадия Горина, но... Я видел только, где он триггерит из-за табуреток. Все, больше нихуя не видел. Блин, у меня сейчас просто ожоги на пальцах будут от телефона. Блять. А ведь Геннадий Горин был адекватным человеком раньше. Я видел фотографии, у него там свадьба была. По-моему, его бросила жена, и он, ну, типа, все, кукухой поехал, короче. Да нет, картавый мог тебя просто так из друзей удалить. РБЛ будет кроссоверы против Слова или Версуса? Против Слова не будет, против Версуса, это к Антону ЗБ вопросы. Надеюсь, что будет. Как относишься к дагестанцам? Ну, ребят... Лизер — дагестанец. Конечно же, прекрасно отношусь. Как я могу плохо относиться к дагестанцам, если Лизер — дагестанец? Самое смешное, что я за последнее время видел, короче, это то, что в прошлом году участники группы «Закат» хотели отпиздить Букера. По-моему, это самая уморительная новость, блядь, за последнее время. Отпиздить Букера за то, что он не музыкант. По-моему, достойно. Я не слежу за этой хуйней, чувак. Я понял только, о чем ты говоришь по слову Хабиб. Я вообще за этим не слежу. Дед бухает где-то в центре или не бухает, просто гуляет. Не знаю. Я думаю, попозже мы словимся с ним. Да, конечно, поможешь ты Закату. Угу, я знаю. Рассказывали мне.
Это ж надо, прикиньте, мысль такая, избить человека за то, что он не музыкант. Блять, это просто волшебно. Интересно, на чем играет Лизер Флэш Трилл Пилл? На каких музыкальных инструментах? Был ли я когда-то на стрелках? Ну, бля, мне тоже было 15 лет. И 16 было, и 17 было. Ну ладно, 17 уже, наверное, не было. Трек на заднем фоне напоминает жертву. Да, чувак, да не, это вообще не то. Это вообще другое, по-моему. Это из-за всяких погрешностей. Динамика, скорее всего. Ой, сейчас начнется. Я сейчас сгорю от ревности, только не начинайте. Тебя били за то, что ты короткостриженный? Да схуяли, блядь. Кто будет бить человека за то, что он короткостриженный? В последней драке... Ой, очень мутная ситуация была. Не хочу об этом разговаривать. Научи декодить, как боженька. Зри в корень, как говорил Кузьма Прутков, ёпта. Все проще, чем кажется. И научи декодить так же, как я. Меня били просто так. Не знаю, меня, кстати, просто так никогда не били. Даже не пытались просто так избить. Бля, реально, что ли, с дедом списаться уже пора? Побрейся на носа. Мути интерактивчик. Да я сейчас закончу трансляцию, у меня, блядь, я ожоги сейчас получу на пальцах просто. Какой интерактивчик? Я сейчас пойду туда к компьютеру. Я уже все фотки пролайкал, Коль, можешь не переживать. Я уже это все сделал. Нет, и никогда не был матч. Ой, все, блядь, началось. Не знаю, корень из... Короче, мне кажется, выключать трансляцию, если такие вопросы начинаются. Хотя Браги зашел, хуй знает. Браги, короче, обнял. Да, наверное, охуенная идея. Короче, все, ребят, курю и завершаю нахуй это дерьмо. Я уже устал. Ой, блядь, еще помахать им надо. Конечно, Мария Павелина, вы че? Что за вопросы? Здорово. Я все курю и выключаю. Русский дар или очаковский? Очаковский, наверное. Русский дар хуйня полная. Короче, ладно, ребят, давайте. Всем пока. Всех обнял. Давайте. Все. Как выключить? Маловато, да? Мне вот хватило. Мне достаточно, ребят.